Я уже дома. Ха-ха-ха. Я уже ушла от Ксюши, вот. Так что там у меня арбузики на столике валяются. Ксюшу, там, помните, как я гелем говорила? Привет, ля-ля-ля-ля-ля. Очень смешно, кстати, было. Мне понравилось. Так что смотрите, если вы еще не видели это видео. Это видео то ли вторая, то ли первая вроде часть. Первая или вторая часть. Потому что я точно помню, что я говорила гелем. Ладно, ребят, всем пока!